Это точно не самая крутая тема в истории. Когда журнал Time назвал 3D будущим кинематографа... 3, 2, 1! То вряд ли... имелось в виду это. Придурки 3D. Фундаментально новый уровень, да? Ага. Ну тогда улыбайся, чё. Мы с ребятками пришли утей пострелять. Давай! Санта вчера 0,5 выжрал, так что радости будет мало. Придурки 3D в кинотеатрах с 25 ноября. Здорово, чувак, как сам? Дай 5!